Estamos bem. На самом деле все проходит отлично, все очень хорошо, команда в отличном настроении. Как я уже говорил раньше, не какое-то поражение в Риме испортит настроение команды, поэтому мы себя чувствуем прекрасно и прекрасно понимаем, что нас в это воскресенье ожидает очень сложный поединок, к которому мы стараемся максимально готовиться и быть мотивированными. Это игрок, который прибыл совсем недавно, ему нужно будет некоторое время, чтобы привыкнуть к команде, понять принципы игры, наш стиль игры. У него очень сильная конкуренция в команде. Факундо переживает отличное время, отличный сезон для него. Поэтому пусть ждет некоторое время, и эта возможность обязательно у него появится. Да, конечно же, без всяких сомнений, игра будет очень сложная. В первой игре у нас были некоторые сложности на поле в Мариуполе. Плюс мы пришли после поражения с Рима. Но я думаю, что команда полностью настроена. И, как я и говорил, мы больше всего мотивированы. Мы рассчитываем на очень сложного, на очень сильного соперника, которому мы постараемся противостоять. Потому что сейчас, в этот период чемпионата, все игры будут очень сложными. Нужно настраиваться максимально. Muita coisa. Primeiro, o facto de termos passado... На самом деле, я могу сказать очень много положительных вещей о Лиге Чемпионов в этом году. Прежде всего, мы вышли из группового этапа из очень сложной группы. И я помню, что многие люди, когда была жеребьевка, говорили, что мы даже в Лигу Европы, возможно-то и не попадем. Мы выиграли абсолютно все домашние поединки и прошли в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В Харькове мы провели отличный поединок, и могу сказать, что матч мог бы завершиться совсем с другим результатом. Исход мы могли решить уже в первом матче. Во втором матче команда также отлично себя демонстрировала. Была совершена всего одна ошибка, которая позволила Роме забить этот гол. Я могу сказать точно, что команда должна гордиться своим выступлением и своим поведением в этом году в таком важнейшем соревновании, как Лига Чемпионов. Nós temos que estar orgulhosos da nossa participação porque foi realmente fantástico. E acho que importante também, não foi só a questão do. Я думаю, что также очень важно напомнить, что не стоит судить игры только по результатам. Мы передали некоторый имидж, некоторую картинку не только Шахтера, но и мы показали, какой может быть футбол в Украине. Я думаю, что это огромный престиж по той игре, которую мы демонстрировали в матчах Лиги Чемпионов. Имидж имен, сколько у футбола украинского.